Почему ты Паша там какой-то супер крутой penetration поставил, или в чем Я проблема этих ничего не оружий? ставил. Почему они имеют это разрушительную Потому что силу? там дикая скорострельность, я так понимаю, само считает, что это все умножается, складывается, вернее. Не знаю, пила, по-моему, так не рушит дома. Ну будет, да, пулемет, рушащий дома, чуть. У пилы Или скорострельность, снайперка. по-моему, поменьше, Гоу чем у сразу взгляда. такие вводим на этот, на основные миски. Сопоставленные войны. Сразу, чтобы все раскатывать и все. Погнали. Все, я не готов, Паша. Давай. Страт. Страт. Сартер. Грамурнац. Вчера они взяли Палестину, а сегодня они возьмут нашу Черноруссию. Никогда. Сейчас мы этим же дам давящие повязки на шее повяжем. А зачем мне Элис Пак с вогами? Это посылка из будущего. Да. А зачем мне похуй на них пихать? Да, так же эта миссия была косплеем, да, мы из будущего. Непонятно. Все просто ясно. Какого фиг тут делал граты? Какого хрена у меня современные граты РГД-5? Чукнул. О, Аздольник. Еще рация есть? Михаил. Он не спрял рации, понятно. О, это кошер, Аздольник, рация, это таки правильно. Среди нас предатель найти. Мы на чем едем? На машине или на этой мапе? Рация — это секретная разработка ННР, но ты просто ничего не знаешь, что Аздольник, где нет кнопки свидания. Пати-пус, пати-пус. Короче, я поеду своей дорогой, а вы своей дорогой поедете. Главное доедь. Не потеряйся. А, да, не, мы берем другой патибус. Броневщики возьмите. Откройся, глядел. По-моему, нельзя. О. Паша. Чё-чё? Ты сел? Да? Хорошо. Да. Я подальше от вас. Так, направляй меня. Прямо руля. Слышь, я хочу заехать с ректировкой. Да. Да. Алин, слушай. Можешь что-то кого-то не задаю? Стрелочка. Так, вот так, да? Говори. Вы заблудились уже? Вы с другой стороны решили так, заехать? Говори, куда прямо, ехать? Прямо. Раступись, колхоз. Куда вы едете? А они куда-то не туда там, едут. Там ДТП, Паш. Налево. Куда стрелять? Блин, почему нам GPS тогда не так? Да не видите, секретные разработки. Карта, что он хочу даже заметить, что обер штурмфюр. Ну, точно поймет. Разрушительно. Взять, типа.
Аляску не унесет брат. У жидов рации есть? Да. Понимаешь, все разработки немцев были автоматически у жидов сразу. Совпадение? Не думаю. А по стволам ничего, как у нас? Там и вроде. У них американская больше. Все, пол, 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 п
почти приехали, что ли? Вот такие машинки вперед ехали. Ой, да. Может, никто там хочет наблюдать? Вот там нет, никто не хочет. Отходи. Из леса долбят, из леса долбят. По-моему, мы сейчас друг друга стреляем, пацаны. Нет, аккуратнее. Позы же не с нами, да, получается? С нами, ёлбал. Олеску убили. Удару. Блин, кто там? Боже. Ты где? Поздоник, родник, ёлбал, мне нужна перевязка. Черт, у нас два ранена. Тут из горы был. Убили наших двоих с леса. Он в лесу пока сидит. Вот тут гранату закинь. Убил, замерил. Чёрт, вырзаник, вылечи, пожалуйста.
земля. Вылечил Зоник, пожалуйста. Убили, да, снайпера? Да, я убил, убил. Сейчас я его посмотрю. Да, я... Красава. Кто вот бежит, блядь? Стреляй, 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 стреляй! Спрятался. Он слева, да? Так, я занимаю карман. Слышь, все-таки это я ворона пробил. Пролежал под деревом из-за того, что меня завалил ворон. А я Вестфода убил. Со снайперки. Он так... Я за первые 4 недели убил народ, ура! Поздравляю.